Алло. Владимир Викторович, добрый день. Егор Добрый. Приветствует. Есть минутка? Кто-то? Меня зовут Егор, компания Дель Окна. Мы находимся в городе Орел. Наша компания предоставляет услуги остекления окон и установки дверей с 1996. У меня окна и двери есть уже, спасибо. А почему? Владимир, я же попросил минутку. Алло. Почему вы сбросили? Я же минутку вас попросил. Почему дело вы не звоните? В том, что у вас... Дело не в том, что у вас есть окна и двери, они у всех есть. Но дело в том, целые ли они. Понимаете, о чем я говорю? Новости смотрите, я думаю. Наши маркетологи утвердили, что по вашему адресу, не по моему адресу, по вашему адресу, есть острая необходимость в наших услугах. У вас уже достаточная необходимость в количестве заказа или лучше вас набрать завтра? Вот кто, мужик? Компания Дель Окна. Я же вам объяснил. Город Орел, я думаю, вы знаете, где находится. Недалеко от Курска и Брянска. Ну. Ну, новости смотрите или как вы в пограничное управление ФСБ попали? Не смотрите новости. Впредь будьте аккуратнее. Всего доброго, завтра наберу. До завтра.